Ханты-Мансийск принял Северную лигу КВН. 1 апреля на сцене Центра искусств состоялось открытие сезона. В этом году в лиге участвовали 22 команды, 12 из них представляли наш округ. Так, столицу игры посетили КВНщики из Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России. Все участники показали свой уникальный стиль и подход к шуткам. А победителями стали сразу две команды – челябинская сборная «Родня» и югорская команда 2007. Они примут участие в четвертьфинале Северной лиги, который тоже пройдет 27 и 28 мая в окружной столице. Яша, может, хватит уже? Подожди, ты подожди сама. Ты видишь, кто в жюри сидит? Тут же Кирилл. Руслан, Яша! Руслан? Ну да ладно. Руслан Проводников. Кто это? Ты что, с ума сошла? Не знать, кто такой Руслан Проводников? Это же знаменитейший российский поэт. Что?